Ставропольский край подводит итоги курортного сезона. В регион на отдых приезжают туристы со всей страны, чтобы как следует набраться сил и оздоровиться. Ставропольский край входит в топ-5 систем бронирования отдыха по России. То есть на данный момент мы лидеры не только по кэшбэку, то есть у нас мы по всей территории Российской Федерации 15% кэшбэка взяли. Это очень хорошие цифры. Топ-5 бронирования выбора, где отдыхать по России. Вот на данный момент нас уже посетило около 1 000 000 отдыхающих, то есть на территории Ставропольского края. Поэтому, если говорить о постпандемийном периоде, да, то это очень хорошие и эффективные показатели. С 2017 года на Ставрополье отдыхающие платят курортный сбор. За это время регион получил около 1 000 000 000 рублей. В этом году удалось собрать 200 миллионов. На средства восстановили и благоустроили 41 туристический объект. В планах развитие Кавказских минеральных вод. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимирович смог, так скажем, привести в регион комплексный план развития Кавказских минеральных вод. Это около 50 миллиардов рублей на развитие инфраструктурных проектов. Это проекты, связанные с инженерной инфраструктурой, подведением инженерной инфраструктуры и проекты, связанные с развитием точек туристского притяжения, то есть также реставрацией, восстановлением и благоустройством парков, скверов. Ставрополье активно развивает экологический и сельский туризм. Так, в этом году в Андроповском районе открылась оленья ферма. 300 питомцев из Калининграда и Европы ждут гостей в селе Крымгиреевском. В край едут не только за спокойным отдыхом, но и за приключениями. Для любителей активного отдыха в регионе действует 30 туристических маршрутов. В следующем году на развитие туристического потенциала планируют выделить порядка 150 миллионов рублей. Анна Куликова, Вячеслав Юшкевич, АТВ Ставрополь.